Привет, друзья, подписчики мои. Смотрите, для вас нашел. Нашел для вас Simple Dimple в аппарате с крутилками. Он стоит 40 рублей. Этого я еще не видел. Помимо Simple Dimple есть опасность, что здесь есть что-то другое. К сожалению, у меня сегодня не так много денег. Всего лишь 120 рублей. Но я думаю, что нам, в принципе, поиграть хватит. И вдруг кто-нибудь уже запихал сюда 20-ку. Вдруг нам повезет. Повезло? Нет. Не повезло. Ну, ничего страшного, тогда мы запихнем все 40. Запихнем все 40. И вытащим. Сыкался. Попыт, Simple Dimple. О, там еще какая-то, смотрите, бабочка. Круто. Ёшки-матрёшки, ребята. Ну, это же просто супер. Я тебе говорю, это же попыт. Попыт, Simple Dimple. Попыт, Simple Dimple. У меня монетка приклеилась к руке. Красненький с клубничкой. Ё-моё. Вот это сегодня поворотище. Поворотище просто тудатище. 10 брелки Among Us подешевле, они по 60 рублей. А по 40 рублей. А, они другие, кстати. Вперед. Крутим мы попырку. Крутим мы попыт. Крутим Simple Dimple. Крутим. И это какой-то коричневый Simple Dimple. Класс. Посмотрите, есть классный динозавр. 40 рублей скелет и мир юрского периода. С удовольствием бы поиграл, но у меня нет монеток. А плюс здесь еще можно выиграть какую-то репку и невкусную штучку. Поэтому, увы. Какой-то безумно странный, ребят, ракурс я выбрал. Извиняюсь за такой ракурс. В следующий раз я возьму с собой штатив, и я буду сегодня дозаписывать свои видосики в брензе. Почему нет? Почему бы и нет? Я сижу, ем, мне приятная обстановка. Вот у меня здесь есть Simple Dimple. Давайте их посмотрим. Это первый Simple Dimple. А, слушай, они здесь скотчем его заклеили. Ага. Спасибо большое. Да, мне тут чай принесли. Я не знаю, ролик про брынзу уже есть на канале или будет на канале, я пока не решил. Блин, прикинь, смотри, кто заморочился, прям он скотчем все заклеил. О, ура, у меня получилось, ура! Класс. Так, ну что, давайте посмотрим. Смотрите, я думал, это отдельная штучка, а это прям клубничка и Sickles Dickles. Слушай, а прикольно, кстати, за 40 рублей вот такая вот история. Попырка. Пупырка. Это атмосферненько. Да, надо будет брать штатив, потом покажу вам с общим планом, наверное, заведения. Посмотрим. Ну, вот такая вот штучка. И смотрите, видите, как есть клубничка? Клубничка прикольная. И еще... И мне несут похлебку мою, наверное. Да, точно мне. Ага, спасибо большое. Доставьте куда-нибудь. Ага, спасибо большое. Ребята, так, не-не-не, это оставьте, это было для фона. Все, мне пытаются забрать мои вещи. Так, короче, смотрим. Скотча он, владелец не пожалел. Но это правильно, потому что ты берешь, обычно они выпадают, и получается, что они разбиваются об пол. А это удобно. Ой, ребята, сырная похлебка. Как она красивая? Я не могу, я постоянно тут ем сырную похлебку. Мне нравится название сырная похлебка. Почему похлебка? Это же, блин, продукт супер. Смотрите, вот такой Simple Dimple. С бабочкой. Видите, какой симпатичный. Он у нас бирюзовый. У нас есть красный. У нас есть бирюзовый. Вот так вот он умеет делать. Смотри-ка. Смотри-ка, что умеет делать. Оп. Хлоп. 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 Круто? Круто. Ну и последний Simple Dimple. Но на самом деле это не совсем Simple Dimple. Это скорее какое-то совмещение. Потому что она резиновая. И, о, как же я хочу сырную похлебку. Мне сегодня так плохо, ребята. Мне вчера было хорошо, а сегодня плохо. Вот так я вам скажу. Короче, надо супчиком отпиваться. Отъедаться. Такс. Ну, вот это коричневое, на самом деле, самое неприятное Simple Dimple. Это даже не столько Simple Dimple, потому что он все-таки резиновый. А резиновый у нас пупырка. Вот, у нас получается здесь мишка вот такой красивый. Видите, какой красивый. И коричневый. Мне очень нравится коричневый цвет. Вот такая. Они, кстати, не супер... хлопательные. Вот такое. Вот так они работают. Короче, у нас их три. Какая нравится вам больше, в комментариях напишите. Смотрите, есть красная, есть, получается, зелененькая, и есть мишка. Вот. Я даже, знаете, я хотел выиграть еще. У меня, во-первых, не было десяток, а во-вторых, нет смысла. Я думаю, смысла нет. Ну, потому что мы уже все поняли. Они, кстати, сделаны очень качественно, очень приятные. Очень хороший металлический брелочек. То есть нормально. И такие в аппарате я увидел первый раз.
Ну и можно повесить на рюкзак, на еще. Мне столько тут еды принесли. Ё-моё, это вообще красиво. Это все тоже либо и было на канале, либо будет на канале, я пока не знаю. Но еда, как я обожаю брензу, это просто лучше. Все, короче, ладно. Я пошел есть. Ладно, я вам покажу, хорошо, но чтобы вы понимали, что я не вру вам. Смотрите. Все. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.